Количество бюджетных мест по инженерным специальностям в российских вузах увеличится. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что по специальности инженерное дело и технологии количество бюджетных мест увеличится на 835. Всего в следующем учебном году по этому направлению их будет 245 983. В конце апреля процесс распределения будет завершен, после чего станет известно, в каких вузах произойдет рост.